Здравствуйте, меня зовут Лариса Гайдук. Я из России, живу в городе Москве. Мне 57 лет. Я очень люблю живопись, особенно авангард, экспрессионизм, абстракцию. Представляю вам мою картину «Королевская кобра». Это холст размером 60 на 50, акрил. Эта картина уже участвовала в первом туре выставки Golden Time, и я надеюсь, что в финальном туре жюри тоже не обойдет ее своим вниманием. Всем спасибо большое. До свидания.